Хоть пора всеобщей изоляции завершена и жизнь медленно, но верно возвращается в привычный ритм, немало учреждений остаются закрытыми, например, музеи. Посетить их лично мурманчане не могут, но вот онлайн вполне возможно. Краеведческий музей запустил сразу 3 онлайн-выставки. Одна из них посвящена северным птицам и называется «Пернатые соседи». Виртуальная экспозиция создана специалистами музея, которые снимали куропаток, дроздов, снегирей и других птиц в наших заполярных краях. Красочные фотографии рассказывают об основных этапах жизни пернатых в весенний сезон. Остальные экспозиции посвящены Великой Отечественной войне. На выставке «Памятники военной истории Мурманской области» представлены фотографии мемориалов, находящихся на братских могилах советских воинов, павших в боях. Онлайн-экспозиция подготовлена по материалам областного краеведческого музея, военно-морского музея Северного флота и личных архивов известных заполярных фотографов. А третья выставка под названием «Мурманск в пламени пожара» содержит черно-белые фотографии из фондов Краеведческого музея. На снимках запечатлен разрушенный Мурманск после ожесточенных вражеских бомбардировок во время Великой Отечественной войны. В эти страшные годы враг разрушил более 1500 домов. В самый страшный для мурманчан день, 18 июня 1942 года, на город было сброшено 12 000 бомб.